План благоустройства общественных пространств, который выбрали сами нижегородцы, уже на пути к практической реализации. Напомню, 18 марта жители города голосовали за то, какие общественные пространства должны быть благоустроены в первую очередь. В каждом районе выбирался свой объект. Практически во всех случаях это парковые зоны. И сейчас уже начинается экологическая экспертиза. Ряд площадок попадает в зону, где есть объекты водного характера, то есть озера, речки. И тут уже еще и гидрогеологические исследования нужны. Все это как бы затягивает несколько процесс проектирования, с учетом того, что мы пока собираем предложения жителей, мы не понимаем, как это будет садиться на место. Вся проектно-сметная документация сейчас находится на выходе из Нижегород. Смет-экспертизы. На этой неделе мы должны получить все замечания, точнее устранить уже все замечания и вывесить график закупок на эти объекты. Значит, на сегодняшний день у нас объявлен пока один только объект, это парк Дубки. Мы планируем работы все закончить, имеется в виду первый этап, который мы делаем в этом году, не позднее 15 октября.